Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала по кулинарии. Все помнят, какая раньше была тушенка в Советском Союзе. Увы, теперь от нее осталось одно название. Поэтому мы готовим сами свою тушенку. А приготовим ее сегодня из мяса индейки. Используем для этого грудку и филе из окорочков. Для начала зальем крышки кипятком. Затем солим мясо и тщательно перемешиваем. В чистые банки по 0,5 мы раскладываем душистый перец, черный перец горошком и небольшой кусочек лаврового листа. Затем мясо раскладываем по банкам, оставляя до верха не менее 1 сантиметра. Закрываем плотно твист крышками и выставляем банки на кассеты автоклава. Готовить мы будем в уже полюбившемся нами автоклаве «Малиновка 4». Мы много раз убедились в надежности и безопасности этого автоклава. В этот раз мы готовим на пару. Для этого заливаем 2 литра воды в бак. И добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты. Устанавливаем кассету с банками, закрываем крышкой и фиксируем ее. В клапан аварийного сброса давления вставляем фиксатор клапана. Ставим на огонь и доводим автоклав до температуры 90 градусов. После того, как автоклав набрал нужную температуру и из клапана начал идти пар, необходимо убрать фиксатор и провернуть клапан. Далее дожидаемся, когда автоклав наберет температуру 120 градусов. Убавляем огонь и поддерживаем эту температуру в течение часа. После выключаем огонь и ждем, пока автоклав остынет до 45 градусов. Ну вот, наша тушенка готова. Какая же она ароматная! Мясо сохранило форму, и волокна хорошо разделяются, а на вкус тушенка просто превосходная. Готовьте тушенку в автоклаве «Малиновка 4». Ссылку на автоклав можете найти в описании к видео. Переходите и выбирайте нужный вам вариант автоклава. Ну а мы вам желаем всего доброго и до свидания.